На конкурс 10 читает стихи для Лабиринт.ру. Илья Лабзин, 10 лет. Эдуард Асадов. Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сынове привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, слов даже нет. Читаешь письмо, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшала. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были, и все, что имели, не очень ценили. А поняли, может, лишь тут, на войне, приятели, книжки, московские споры, все сказки, все в дымке, как снежные горы. Пусть так возвратимся, оценим вдвойне. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонивши мне тихую песню поешь. И вместе со мною к далеким победам незримой солдатской дорогой идешь. И чем бы война мне в пути не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, ты меня благословила, и завтра, не дрогнув, я в бой ухожу.